незачем больше возвращаться в Каэр Морхен. Благодарю. Я попрошу. Девушка моя воспитанница. Ты понимаешь, что это еще не конец? Понимаю. Что бы ты ни решил делать дальше, помни... Спасибо. Я буду об этом. Я пока присмотрю за ранеными, но скоро мне на... Будь здоров, Мышаву. До встречи! Я всегда буду помнить твои уроки и твою жертву. Спасибо за все, что ты сделала для меня и... Честно? Если... Рада, что смогла помочь, но... Счастливого пути! Еще раз спасибо тебе за все. Мне очень жаль, Герр. Мы можем поговорить? В чем дело? Пока. Береги себя. Решил справиться, как я себя чувствую? Это хорошо. Жаль мне Весемира. Я знаю. Спасибо. Слушай, не хотелось бы мне вмешиваться между водкой и закуской. Не пойми меня плохо. Я вам помогу. Надо отыскать дикую охоту. К сожалению, это не так просто. Прости меня, Геральт. Напейся, проспись. Обдумаю. Ну и как? Теперь я могу сказать. Я до сих пор не верю в то, что... Спасибо, что приехали. Позаботься о девушке. Что вы собираетесь делать? Надо возвращаться. Если вдруг соскучишься. Было... Но все получилось. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Ты не хочешь остаться? Было бы неплохо. Пока. Идет. Зираэль обладает великой силой. Почему никто не учил ее контроля? Представь себе, кто-то ее все-таки учил. Как видно... У нас не было случая поговорить. Благодарю за помощь. Еще будет время для благодарности. Сейчас надо забрать отсюда Зираэль, спрятать. В Каэр Морхене собрались все, на кого мы... В таком случае следует попросить о помощи врагов. Лучшее оружие против дикой охоты. Ты имеешь в виду ложу?
Я не доверяю ложе. Это так. Я заключила соглашение с императором. В обмен на помощь ложа получит амнистию и убежище на территории Нильфгарда. Крис, я сегодня же отправлюсь на поиски чародея. Разумеется. У меня до... Проклятие! Вы опять строите планы, никто не спрашивает моего мнения! Я не дам себя никуда вести, как мешок! Я не хочу сидеть сложа руки! Я устала ждать и при... Ты права. Ты доказал. Гораздо проще похлопать кого-то по плечу с мыслью, что все как-нибудь обойдется, чем... Зираэль обладает великой силой, которую не в состоянии контролировать. Она опасна и для себя, и для других. Во-первых, ни хрена подобного. А во-вторых, если уж ты заговорил о смелости, обращайся прямо к... Ака. Я лучше пойду за ней. Подожди, ей нужно время. А потом мы как можно быстрее начнем уроки. Она должна... Все это обучение. Ты видел, что произошло? Цири может оказаться... Хорошо. Мы еще ненадолго останемся в крепости, а потом присоединимся к... Пойдем, Йен. До свидания. Ничего не получается, видишь? Ты опустил руки после восьми... А сколько я должна это делать? Сколько потребуется? У меня ничего не выходит! Продолжим позже. С маятником у тебя тоже сначала не выходило. Геральт, прошу тебя. По сравнению с этим маятник — легкая прогулка. А в чем? Авалак говорит, что ничего не выйдет, пока я не перестану думать о битве. А мысли о котятах и ванильном пудинге в голову... Скажи, как ты это делаешь? Что? Что бы ни происходило, ну что угодно. Насчет ванильного пудинга не знаю, но знаменитый самогон Ламберта всегда мне... Хуже мне уже не... Сильно. Может, попробуете другой способ? Мы столько перепробовали. Не огорчайся. Ты не должна быть мастером во всем. Ты отлично владеешь мечом, луком. Магию оставь чародейкам. Да. Налей мне еще. Thank you.
Геральт! Геральт! Вставай! Что? Вставай! Пора ехать! Цири, только... Велен, через несколько дней на Лысой горе будет... И знаешь, кто у них почетный гость? Не знаю. Просвети меня. Имлерих. Лучшего случая его достать у нас не будет. Как тебе это вообще? Я хочу отомстить за... Шабаш — это идеальная возможность. Цири. Знаю, и я должна... Пойдем, по дороге по... Веди. Поедем? В путь. После битвы в Каэр-Морхене, которая едва не закончилась смертью всех защитников крепости, Цири начала думать о месте предводителем Дикой Охоты. Однажды ночью она разбудила Геральта и убедила его отправиться в Велен. Цири знала, что на вершине Лысой горы она встретит Имлериха. Девушка собиралась его убить. Во Вроницах про это место говорили. Арт Кербин. Крестьяне боялись этого места, а барон считал, что хозяйки леса просто сказка для непослушных. Он нашел жену и забрал ее куда-то далеко. Жалко. Давай сделаем то, что нужно. Надо подняться на вершину.